Южной Калифорнии пожарные не могут остановить пламя лесного пожара, который начался там в понедельник. Распространению огня способствует ветер, который раздувает его со скоростью больше 100 км в час. С природной стихией, которая распространилась на 30 квадратных км. Вдоль побережья Санта-Барбары борются около 200 огнеборцев, но огонь распространяется с невероятной скоростью. Из-за пожара больше чем на сутки перекрыли единственную на этом участке побережья крупную федеральную трассу. Огонь уже уничтожил 25 передвижных домов, 16 жилых автофургонов. Как минимум один человек получил серьезные ожоги. Из-за ветра и пожара энергетическая компания отключает в опасных регионах электричество. В понедельник без света остались 24 тысячи потребителей, к четвергу электроэнергии могут лишиться еще 29 тысяч человек.